wird, der den noch ganz hat, dann nimmt er mal das Fettchen. Schon mal wieder das, ja? Nee, aber das. Das ist so gut. Ja? Aber das ist so gut. Штучки. Штучки или пачки. Так, еще один пятый. Ну давайте одну тут, одну с собой. Нет. 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 С собой полпачки. Ну, не сколько уже хватит. Полпачки? Да. Ну, тебе другие деньги. Если были бы другие, мы бы вам дали. А какой у вас вишневка или как? Слушайте, а как вы лучше выносить? Тут нету ни приема, ничего. Ну, бюргалты положи. Хорошо, все понятно, спасибо. Драмадон. Спокойно, вообще без проблем. А тифет сколько стоит? Такого нет. А травифет 60, да? А есть сама димедрол? Как? Нормасон димедрол? А почем? 2,50 гривен. Пачку тормозила. Так она дала, ребята, нет, у меня сегодня рубля. А? Что-что? Рубля у меня сегодня только нет. Это что, заменитель? Заменитель? Парацетамол с парацетамолом. Трамадол с парацетамолом? 25 гривен, 10 таблеток. Хорошо, давайте нам вот эту вот. Одну? Да. А нормальный он, его пил? Нормально. Значит, если вы пьете трамадол, там 350 миллиграммов, здесь 37,5. А скажите, хорошо, давайте нам пачку. Пачку это. Или 10 штук? А 10 штук, да. 25 рублей. Хорошо, вот, пожалуйста, возьмите 25 рублей. Хорошо, спасибо большое. До свидания. Нет, короче. Пачку и 18. Почем вообще пачка? Сколько пачка стоит? 25. 25. Это получается, если 20 пачка и 18, это получается 28, да, трамадола? 28 штук, это будет 70. Прячьте хорошо, пока в трусы там, я не знаю. Хорошо, понимаю, понятно. Да? Все нужно прятать, да, хорошо? Если что, в аптеке ничего не берете, у пацана уберем и все. Хорошо. А милиция сюда не заходит в аптеку? Сюда нет, но она за углом может выйти, если же хотите. Поэтому надо прятать, быстренько взять и выйти. Хорошо, прячу в трусы. Все, я понял. Чтобы, потому что приемы, да, надо прятать. Да, приемы неожиданно могут менты подойти такой. Слышите, а вы постоянно вот продаете? Ну, нема сбоя? Можно приезжать? Нет, бывает такое. А когда? Ну, это неизвестно, да? Лучше утром приезжать. А со скольки? В 9 часов утра. В 9 часов утра? Да, да. Ага, все, спасибо вам большое. До свидания. А есть у вас актифет, троефет, нету такого? Троефет по 60 гривен пачка. 60 гривен пачка? Да. Ого. Давайте трамадола пачку. Трамадол 40 пачка, да? Да и пол пачки пока. А, тогда и пол пачки, наверное, пачка. Да. Красно-белый, да? Да. А ну покажи, а что так даже кулечками? Почему? Я же думала, что еще.
Не, мы не сейчас, мы в субботу. Спасибо за короче. Все, большое спасибо. Увы. Трамадол. Второй эфир, дайте мне полпачки. Слышишь, он по 60, да, у нас? А ты тебе бывает, потому что не бывает. Слушайте, а есть у вас трамадол? А трамадол. Полпачки, да, тут? Хватит же тут у меня на полпачки. Дайте еще, пожалуйста, полпачки трамадола. По чем он? 40. По 40, да? Спасибо большое. Вот так мы взяли Трайфет и Трамадол. Легко и просто. Такую вот кучу пустых пачек из-под лекарственного средства Трамадола мы насобирали здесь, ну, буквально за 5-10 минут возле ларька метро Осокорки. И, ну, сами видите, то есть какое количество таблеток лежат все возле ларька. Делаем выводы. Давайте пачку. А есть? У нас такой трамадол Трайфеда нету. Понятно. Сейчас я пойду туда возьму деньги зараз, чтобы. Так а сколько надо на полпачки? А, вот у меня есть. Возьмите 20 гривен. Трамадол здоровья. Да. Слушайте, а почему вы продали нам трамадол без рецепта? Что можете сказать по этому поводу сейчас? Знаете, что в Украине 10 тысяч подростков умирают от наркотика каждый год? Девушка. Почему вы продали нам Трамадол без рецепта? Никто мне его не продавал. Дай таблетки назад. Вот наша экскурсия подошла к концу. И смотрите, результат нашей экскурсии, наших экспериментов. Мы набрали синтетических опиоидов и также психотропных лекарств на сумму 300 гривен. Легко, без проблем, в течение меньше одного дня. Пожалуйста, без проблем продаются в аптеках. Подходим, покупаем, недорого. Если снятую нами видеозапись передать в органы внутренних дел, то эту аптеку оштрафуют аж на 51 гривну. Это уже проверенный факт. Это бизнес. И называя вещи своими именами, скажем, это наркобизнес. Вы думаете, я преувеличиваю? Давайте посмотрим, как купленные нами таблетки действуют на людей, которые долгое время их употребляют. У меня даже были эпилепсии. Я помню, как-то стоял и даже терялся. Я думал, что я там умру. Так наелся колес, что думал, умру. Говорят, что там как ширка, что она там садит, а Трамадол не садит. Это все брехня. Трамадол еще хуже садит организм, чем это самое. У меня сестра, она очень долго употребляет Трамадол. У нее практически язва желудка. У нее было 4 клинических смерти. У нее постоянно приступы эпилепсии. Ну, тело ее, оно уже начинает покрываться какими-то язвами, разрушается. Ну, ты гниешь как бы снутри. Оно внешне еще не проявляется, но у тебя там начинают гнить зубы, начинают гнить челюсти, пальцы, ноги, руки. Дети просто погибают от него.